Сделаем УЗИ внутренних органов. Хорошо? Пожалуйста, все делайте. Впервые в доме ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Ветровой так много врачей сразу. Кардиолог, терапевт, уролог, невролог и медсестры. Медицинский десант проводит полное обследование пенсионерки прямо в постели. Врачи сделали кардиограмму, ультразвуковое исследование брюшной полости. Для общего анализа провели забор крови. Мы порекомендуем, что необходимо будет принимать. Хорошо? Хорошо. По словам медиков, Татьяна Ветрова, которой в июле исполнится 100 лет, отличается отменным здоровьем. Единственное, женщине следует лучше питаться и не увлекаться диетами во время поста. Сама же пенсионерка осталась довольна таким вниманием со стороны медиков. Так все нормально, вот только кружение получается у меня и все. А так все нормально. Как 18-летняя. Все врачи добрые. В годы Великой Отечественной войны Татьяна Терентьевна занималась охраной груженных железнодорожных составов, идущих на фронт. Прошла немало трудностей, но сегодня дойти даже до поликлиники – задача сложная. Выездная диспансеризация – решение, которое стало в Химках уже традицией. Мы решили в дань благодарности им сделать такой подарок, приехать и оказать комплексный осмотр. Почему? Потому что в таком возрасте уже, понятно, сложно приходить самостоятельно в поликлинику. Не каждый из них в силу заболевания сможет это сделать. Поэтому было принято решение создать комиссию и провести диспансеризацию всех участников ветеранов войны. Хотя такая акция проводится, безусловно, ежегодно. Но в этом году количество специалистов было увеличено, принято решение, что необходимо увеличить количество узких специалистов. Всего врачебный десант посетит 95 ветеранов Великой Отечественной войны в Химках.